К другим новостям. На Московском проспекте на днях запретили левый поворот на улицу Водопроводную. Это дорога, ведущая к столичному центру занятости. Но некоторые водители либо не замечают знак, либо делают вид. Сегодня именно на этом участке столкнулись 4 автомобиля. К чему ведет несоблюдение ПДД в следующем репортаже. Запрет левого поворота на Московском проспекте вызвал бурю эмоций, которые автомобилисты выплескивали на форуме на связи. Запретить-то поворот запретили, но это не останавливает некоторых водителей, и их все же тянет налево. И вот чем это оборачивается. Что интересно, в управлении ГИБДД республики о запрете поворота даже и не знали, пока начальнику ведомства лично не позвонил один из автомобилистов. Об этом рассказал Владимир Романов на пресс-конференции накануне. Оказывается, такое решение принял город без участия руководства ГАИ, на что, в принципе, имел право. В любом месте, если изменение ограничения или движения, или изменение маршрута, должен быть там экипаж. Он должен неделю стоять. Я замечание сделал своим руководителям. По изменению данной обстановки, почему сегодня не знает организация дорожного движения города Чебоксара, не знает мой заместитель по направлению деятельности, который курирует дорожный надзор. Автоэксперт Альберт Ильин считает, что дело в невнимательности водителей. Они часто не обращают внимания на новые дорожные знаки и продолжают ездить по привычке, что нередко приводит к неприятным казусам. Сегодняшний ДТП только подтверждает это. В данной ситуации, во-первых, надо помнить о том, что Московский проспект именно в этом месте – это очень напряженная главная городская артерия. Там всегда пробки. И явно неспроста городская администрация пошла на установку этого знака. В этой ситуации, на мой взгляд, надо сделать то же самое, что делает сейчас городская администрация. Немного подождать и посмотреть, как повлияла установка запрещающего поворот налево знака на общую дорожную ситуацию. Если это улучшило поток транспорта по Московскому проспекту, значит, этот знак надо оставить. Ничего страшного. Туда можно заехать через Константина Иванова. Татьяна Трофимова, Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Андрей Шоклев. Республика.